Сложно сказать, откуда пошел этот странный напиток, но его пользу невозможно игнорировать. Лимонно-чесночная вода обладает уникальными свойствами для здоровья человека. Она делает сосуды эластичными и здоровыми, восстанавливает нормальные показатели холестерина, улучшает зрение, защищает от раковых опухолей, омолаживает организм, а также облегчает симптомы простуды, гриппа и других инфекционных заболеваний. Удивительно, но всего один стакан такого напитка уменьшит тягу к перееданию, сладкому и фастфуду, притупит чувство голода и поможет похудеть. Лимонно-чесночную воду рекомендуется принимать курсами по 2-3 недели, после чего сделать перерыв в 10 дней и повторить курс. Такое средство чистит сосуды, снижает уровень плохого холестерина и является очень мощной профилактикой сердечно-сосудистых болезней. Чесночно-лимонный напиток улучшает зрение и действительно продлевает жизнь, делая из вас настоящего долгожителя. Для приготовления такой воды потребуется 5 лимонов, 2 головки чеснока, щепотка корицы и 2 литра воды. На мясорубке или блендере измельчаем лимоны и чеснок, смешиваем в кастрюле полученную кашицу с водой, нагреваем, не доводя до кипения, добавляем щепотку корицы, остужаем, процеживаем и храним в бутылке в холодильнике. Употребляем по одной рюмке такого напитка каждый день с утра на голодный желудок. Такой напиток советуют даже диетологи, он очищает организм, выводит гельминитов и помогает сбросить лишние килограммы. Очистка желудочно-кишечного тракта и мощный детокс-эффект наступает уже в течение первой недели приема этого средства, а большинство людей утверждают, что буквально на второй день уже не хочется перекусывать, меньше тянет к сладкому и чипсам с бургерами.